Первенство ВСМПО по мини-футболу в полном разгаре. 15 июня состоялся матч между финалистами прошлого года, командами цехов номер 16 и 51. В отличие от результата 2014-го, в данном матче победу одержала команда цеха номер 16. Прокатчики раскатали физкультурников со счетом 7-1. Во второй игре этого дня футболисты цеха номер 10 уступили команде цеха номер 3 со счетом 2-6. 16 июня состоялось еще две игры. Студенты Верхнесалдинского многопрофильного техникума не оставили камня на камне от обороны цеха номер 35 и выиграли со счетом 5-0. Команда цеха номер 5 легко преодолела сопротивление сборной цехов номер 9 и 13 и выиграла со счетом 3-0. 17 июня очень напряженным и упорным выдался поединок между футболистами цехов номер 38 и 22. На последних минутах победу вырвали футболисты цеха номер 38. Во втором матче этого дня управленцы сыграли с плавильщиками 32-го. Итог встречи – ничья. 18 июня состоялся один матч первенства ВСМПО. Команда цеха номер 51 обыграла футболистов 10-го со счетом 4-1.